Всем привет, дорогие друзья. Снимаем четвертую серию по прохождению Fallout 4 на PS4. Ну и так, продолжим. Вот я посмотрел обмундирование, вот, и выяснил, что там кожаная броня у нас есть, я ее забыл одеть. Так что с радостью ее напялил на себя. Все-таки дополнительная броня нам явно не помешает. Так, ага. Нам предлагают помочь. Собака. Хватаем мушкет. И помогаем. Опа, ядерная батарея, головной убор ополченца. Костюм землемера. Ладно, потом посмотрим. Так. Ага, вы получили уровень 3. Давайте-ка глянем, что тут еще есть у нас. Гладкоствольник автоматический. О. Так, о. Вот он дробовичок, ребята. Вот он дробовичок, которого нам так не хватало. Чудесно, чудесно, чудесно. Так, ну что, пробежимся. Давайте на второй этаж сгоняем. Ага, тут на третий получается. Блин, тетка. Вот там-то на место. Прилег. Так, о, еще одна тетка. У вас тут сходняк манекена, да? Чисто вечеринка такая. Вечеринка резиновых баб. Так, отлично. Что мы видим? Крыша. Ну, мы пойдем вот сюда. Пойдем сюда. Это основная сюжетная линия. Вот, смотрите, как умна. Отлично. Отлично смотрится. Так, ну давайте глянем. Опа. Тут у нас что-то есть. Бутылка пива. Опа, ярость какая-то. По-моему, такого еще не было. Вот эта вещь. Хочу его поставить. Так, давайте его назначим на вторую позицию. Заменим коллиматорным. Так. Отлично. Дробовичок у нас теперь есть. Лазерный мушкет. Это дикая штука. Так, ну все, отлично. Ну что, давайте двинем на вот эту миссию. Я так понимаю, так это основная, не основная. Сейчас разберемся. Ну что, вперед, друзья. Так. Ага. Вон, видите, у нас тут куча друзей уже какие-то стоит. Попробуем забрать сразу и навсегда. Неплохо. Одного лучшего просто вынесло. Так. Эти друзья наказаны, но патронов у нас немного на этот ствол. Давайте оглядимся. Все тут разрушено, подбито. Так, пачка сигарет, почему бы и нет. О, коробочка со шпильками, это нам явно тоже будет полезно. Так, что тут? Все. Значит, все. Так, ну пойдемте. Пойдемте, не хочу я пока через центральный вход. Давайте попробуем пройти. Опа. Такое. Блин, опять манекены. Так, кто-то орёт. Овощи. Так, а ну что, логично, это музей, то есть тут какие-то
статуи, фигуры солдат времен гражданской войны. Ага, вот это, похоже, вот эта дверь, это куда можно было войти. Так, давайте попробуем пройти сюда. Так. Ну прям смотрите, как строитель какой-то, да? Монтажные бригады. Опа. Опа. Ага. А, ну все, понял. Так. Так, молотков у нас уже куча. Молотки нам не нужны. Так. Что это у нас? Так, давайте разберемся. Какая-то дверь. Но я хочу вот так сделать. Вот так сделать. Блин, раньше, по-моему, за взлом давали. О, ребята, у нас же уровень не прокачан, насколько я помню. Ёлки-палки, точно. Мы же когда подошли с вами к этому музею, у нас был обозначен, что у нас уровень добавлен. Да, точно. Так, давайте что-нибудь прокачаем. Так, итак, друзья, я решил все-таки продолжать делать упор на ВАЦ. Вот, и хочу поставить, еще добавить сюда на восприятие. Так, ну что, пробуем сломать терминал. Так, ну давайте начнем сверху. Одно сходство. Ноль. Ну, красавчик просто, отлично. Смотрите, сломали мы его. Особо не напрягаясь. Так. И что нас тут ждет? А нас тут ждет ядерный блок, ребята. А это явно неплохо. Отлично, отлично. Так. Пойдемте дальше, поднимемся повыше, посмотрим. Вроде тихо, да? Вроде тихо. Так, шашлыки, белки, отлично. Так, ну что-то верхняя часть черепа меня пока мало интересует. Слышны голоса. Опа, блин, нас спалили. Останьте. От моей собаки. И от меня. Есть. Блин, ну я себя тут повел, конечно, по-кретински. Бедную мою собаку тут. Собаку мы хотели сбить. Но все-таки мы ее отбили. Так, ладно, блин, с этой штукой. С этой штукой. Надо быть внимательным, постоянно следить, чтобы она была заряжена. Так, отлично, у нас наконец-то появилась броня не только для правой ноги, но и для левой. Обязательно ее поставим. Сюда. Опа, опа. Кто-то идет. Нужно здесь
по уши стрелять. Не получилось. Как в тот раз. Вот так вот надо. Да? Еще. Дальше. Опа. Блин. Вот так вот, да? Нормально, Влад. Так, у этого дружка, смотрите, что у этого рейдера есть двухствольный пистолет, еще и штука штыковой. Ну да, такая смертоносная штучка. Особенно если она ржавая. Я бы не хотел, чтобы меня такое воткнуло. Но на самом деле все равно фигня. Там у нас уже кто-то трудится. При этом не обращает совершенно никакого внимания на меня. Блин, где моя собака, а? Вонючка, блин. Вот этого, блин, меньше всего хочу. Это каждый раз, блин, бегать и искать, где же моя собака осталась. Мне такой симулятор, блин, реальной жизни не нужен. Так, ладно, пойдемте. Подойдем к тем друзьям. Что-то мне подозревает, что они вполне нормальные ребята. Поэтому перейдем на тесак, да? Опа, блин, и вот и моя псина. Привет, привет, парняга. Так. I'm just passing through. Fair enough. But the enemy of my enemy is my friend, right? And those raiders want us all dead, including you. Крутой прикид у дяди. Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Hey. Так. Tough break. You don't know the half of it. That ain't it. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Так, у мужика есть какая-то идея. Ну давайте послушаем, о чем он хочет рассказать. Let's hear it. Sturgis. Tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Блин, отлично. Половина текста осталась за кадром. Силовая броня, what да? Makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Блин, почему тут нет суда перевода? Ну, я, конечно, загнул субтитров. Блин, меня бесит. Но я так понял, что там речь идет о силовом костюме, а где-то он у них на крыше, где упал какой-то винтокрыл. Вот ребята говорят, что если его возьму, буду вообще супер ниндзя и так далее. Hello. Так, ну... Миниган. And I can use the minigun like a rifle? Don't see why not. It'll have a manual trigger. Just aim it at the bad guys and do the old. Now, as for... Так, ну давайте, ладно, согласимся. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core.
Your high-grade long-term nuclear battery used by the military and some companies. Кстати, у дружка такая же пушка, как у нас, только с оптикой. But we can't get to the damn thing. Оптика бы нам не помешала, да, друзья? Было бы реально круто с оптикой-то погонять. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Блин, что-то он протрепал опять. Actually, I already grabbed the fusion core. We're set. Ага. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Так, итак, мы... Почему раздобыть ядерный блок? А, видимо, я его должен был позже раздобыть. Ну ладно. Так, кто у нас тут? Психованная девка. Какой-то вариант. Конченый мужик. Опа, отлично. Пупсус, приятель, того, чего нам не хватает. Супер. О, ваш параметр восприятия вырос на 1 балл. Отлично, отлично. Уху, я даже подпрыгнул от радости. Так, ну давайте глянем все-таки, так это или не так. Восприятие. Да, действительно, парни, вырос на 1 балл. Отлично, супер. Ватс будет у нас на высшем уровне работать, да? Мэм. Now look who dog meat brought to us. He led me right to you. He led you to us because he knew we needed your help. Dog meat's thoughtful like that. Ну, какая симпатичная бабушка Шрека. Что-то там бабка бормотнула, не поняла. You saw it? It's the Kems kid. They give old Mama Murphy the sight. Been that way for as long as I can remember. Бабушка там, бабушка что-то там про видение. Ну давайте узнаем, что не толково скажет. I can see a bit of what was and what will be, and even what is right now. And right now I can see this something coming, drawn by the noise and chaos, and it is angry. Ну, вообще, она, по-моему, сказала голодная, а не злое. Бабушка прям запугала. Ну, what is it? Mama Murphy, I need more, please. I'm sorry, kid. But I just don't know. The sight ain't always clear. But believe me when I tell you, it ain't a raider. But I'm tired now. And if I ain't mistaken, you've got a job to do. Окей. Что-то бабушка нам там напила, короче, про каких-то, про какое-то чудовище, да? Мистер. Короче, я понял. Тут парень вообще какой-то тяжело гонимый. Так. Сюда. Ага. Так. А, это мы на той стороне. Так, отлично. Ну давайте посмотрим, что есть здесь у нас. Так, где-то, значит, у нас на крыше, если я правильно понял, должна быть силовая броня.
Ну круто, круто, блин, если это так. Ведь силовая броня раньше в третьей части можно было в лучшем случае только к середине игры найти ее. Отличная новость. Парни, вы не поверите, но, блин, только закрылась дверь, и вот она, смотрите. Это реально силовая броня. Крутяк вообще. Давайте посмотрим, что у нас тут в этом. Опа. Опа, опа. Ёпта, не могу. Там уже он на той стороне нас ждут. Ждут нехорошие друзья. Так, ну давайте их. Сейчас быстренько завялим. Блин, вроде целит в голову. О. Другое дело. Заводим аппарат. И залазим, да? Крутяк. Вот это нормальнёк. Так, снижает урон и полностью защищает при падении. То есть мы можем дернуть с вами вниз. Блин. Угу. Вот это уже веселее мучает, я так чувствую. Ну что там, ребята, кто-то блин, можно было как-то? Повеселее. Чопа, не ждали меня, парни? Вот это другой расклад, да? Что тут, кто тут еще хочет отхватить? Да, сначала нужно разогнать вот эту шалупонь. Так. Отлично, в этот раз намного лучше. Зарядочка. Ну иди сюда, братишка. Есть. Отлично. В этот раз повеселей. Блин, вот хватка. И он здоровый. Блин, нам бы такую пушку в подвале. Ого. Ого. Отпалили. Нельзя. Блин, собака вообще-то у нас не страшно. Я уже отсюда. Так, перезарядка, перезарядка. Отвали, гадина. Блин, бабуля предупреждала нас. Блин, я не то беру. Нет, 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 раз. Отповернись. Давай, 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 дружок. Ему чуть-чуть. Есть. Мы его завязли, ребята. Фу. Ни хрена себе. Так, это что, ядер кола? Давайте-ка выкинем. Жесть, блин. Так, давайте с мелочок приберемся. Блин, бедный пес, бедный пес. Иду, иду, дружок. Бедолага мой. Так, стимулятор. Блин, ты глянь. Фу. Ну, наконец-то. Класс. Ребята, можете меня поздравить.
Блин, где шлем? Почему я без каски? Мне что, башку снес? Да, походу тот дружок мне снес просто пол башки, да, какие-то ноги разлетаются. Фу, блин, жарко, жарко было. Но эту гадину я свалил. Так, мясо. Лапа. И серебряная столовая ложка. Да. Так, ну вот вся банда этих бедолаг уже внизу. You guys gonna be okay now? Yeah, for a while anyway. We can at least move someplace. Listen, when we first met, you said you were just passing through. Well, maybe this will help you reconsider. Ain't much, but it's the best we can do. And you've earned it. Ну, отлично, нас подобрели, подобрали, подогрели, господи, крышечками. Так, и что теперь? For the longest time, Mama Murphy's had a vision of a place called Sanctuary. Some old neighborhood, one we can make new again. Why don't you come with us? I could really use your help. Так, если честно, не очень, не хочется с ними как бы пока шлепать. I'll think about it. Before you leave, kid, a word about the journey you're about to start on, 'cause I seen your destiny. Бабуль, давай быстрее, блин, рожай, ну что так медленно? Так. My destiny? What do you mean? You're a man out of time, out of hope, but all's not lost. I can feel. Your son's energy. Ну вот это хорошая новость. He's alive. Так, она сказала, что чувствует, что нас. Where is my son? Наш сын. Where is Sean? Жив. I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth, Diamond City, the biggest settlement around. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Любит препараты, да? Понятно. We're all gonna die eventually. We're gonna need the site, and our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Hey. Thanks to our friend here. It's safe to move. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Давайте препаратом, да? I'm sure the rest can handle it. Так, ладно, короче, бабуля нам больше, я так чувствую, ничего не скажет. Давайте сходим до красной ракеты. Разберемся со всем нашим барахлом. Может быть, посмотрим, что мы сможем сделать с оружием. Мы на месте. Кстати, для перемещения я использовал что-то типа телепортации. То есть можно на карте выбрать точку и мгновенно туда переместиться. Вот. Очень удобно. Очень удобно. О, готов завтрак. Смотрите, такое ощущение, кто-то там еды подкидывает. Мы вроде тут все зачищали. Ага, все, повесили. Отлично. Все, я понял, как это происходит. То есть, смотрите, мы выберем какую-то позицию, выбираем чинить. И он из нашего арсенала, то есть из барахла, который мы таскаем, извлекает нужный предмет. Вот, допустим, он берет, забирает сталь из кухонных и сохнет. Вот, то есть он у нас исчезает этот предмет. Все, по идее, как я понял, мы все починили. Да, все отлично. Наш силовой костюм полностью собран. И это замечательно. Так. Блин, чувак наш что-то как-то совершенно еле ходит. Я так понял, он у нас перегружен. Ага, да, вы не можете бежать, у вас слишком много вещей. Ну давайте разберемся с верстачком оружия. 6 штук вот этого барахла.
Я предлагаю их вообще все разобрать. На мой взгляд, совершенно бесполезная вещь. Я разобрал много чего, практически все непонятного рода оружия. Рейдерские всякие пистолеты там и так далее. Вот. Просто разобрал на микроволновку. Оставил себе 10-миллиметровый пистолет, короткоствольный карабинчик вот такой, дробовик, мушкет поставил лазерный, миниган, который я, скорее всего, сейчас скину для того, чтобы... Ну и прут, как холодное оружие. А, хотя он мне нужен. Тесак, давайте прут тоже разберем. Так, сейчас посмотрим, как что можно прокачать. Значит, смотрите, друзья, смотрите, что я обнаружил. Получается, чтобы нормально прокачать, в принципе, любой ствол, ну, возьмем там, не знаю, любую, нам нужны болты. Болтов у меня нет. Нужны еще пружины. Пружин у меня практически тоже нет. Не, ну, пружины как более-менее есть, болтов нету. Вот, я хочу... Что я хочу? Я хочу вот этот дробовичок переделать. Вот такой вот с палецами поставить. Потом полное ложе поставить. Нужен фанатик оружия, кстати, еще. Второй уровень. Блин, у меня даже первого нету. Ну и прицельчики тут можно. И так далее. Ну, мне кажется, классно получится, как обычно, ружье. Будет прикольно. Так, давайте что-нибудь приготовим. У нас там есть различные. Так, жареный рад таракана можно сделать. Давай сделаем. Нифига себе, один к ловкости на один час. Неплохо. Ну, согласен, я хочу зверюгу. Че, я его съел, что ли? Так, так, напитки. Пинстер, супы. О, смотрите. Помните, мы искали тошка, что такое? Тошка. Вот, оказывается, тошка для чего была нужна. То есть для того, чтобы варить супы. Супер. Я так понял, у нас уровень обновился. Посмотрим. Да, действительно, обновился уровень. Блин, я хочу экспертом оружия быть. Фанатик оружия. Необходимо интеллект третий уровень. У нас интеллект, по-моему, позволяет, да? Это сделать. Давайте-ка поставим. Да. Отлично. Так, супер. Нам осталось нарезать где-то болты. Вот, и я могу воплотить свою мечту с дробовичком. Чудесно, чудесно, ребята. Ну что, мы с вами посмотрели, что там, да как у нас с оружием. Теперь я предлагаю найти болты, которых нам не хватает. Но, к сожалению, я вот честно не знаю, в чем они содержатся, в каких предметах. Но будем искать, будем брать подряд всякие вещи. Вот, возможно, мы их в них обнаружим. Так, ну давайте начнем свои поиски ближайшего городка.